Как и прежде, волонтеры городской организации Белорусского общества Красного Креста не остались в стороне. Проявили активность и вышли на Брестский Арбат, чтобы кому-то напомнить, а кому-то подробно рассказать о серьезном заболевании. Туберкулез, что это и как его предупредить, как его распознать и что делать с уже имеющимся диагнозом. На все эти вопросы старались ответить прохожим активисты. В помощь – наглядная информация. Организация Белорусского общества Красного Креста не первый год тесно сотрудничает с противотуберкулезным диспансером. Результат взаимодействия – широкая информированность населения. Для того, чтобы жители города смогли убедиться в том, что их здоровью ничего не угрожает, горожанам было предложено осуществить флюорографическое обследование прямо на месте, без очередей и абсолютно бесплатно. Это очень удобно, быстро, и не надо в очереди стоять. Там обычно в поликлинику зайдешь, там большая очередь. А здесь 3 человека. Очень удобно, необходимо просто. Никто от туберкулеза не застрахован. И поэтому, и хочу сказать, хотя в этом году, в 2016 году, уменьшилось случаев заболевания туберкулезом, но это актуальна проблема еще туберкулеза. И поэтому знать меры профилактики, поинтересоваться об этом для себя даже, это очень, скажем, нужно. В Брестской области отмечается снижение числа заболеваемости туберкулезом и смертельных случаев. Объяснение такой статистики – усовершенствование методов лечения, внедрение инновационных технологий, своевременная диагностика. Однако даже такая подтвержденная фактами положительная динамика – не повод останавливаться. Успех дела в информированности каждого жителя. С серьезным заболеванием могут столкнуться люди разных возрастных групп – от новорожденных до людей преклонных лет. Избежать опасности можно. Важно регулярно, раз в год осуществлять диагностику легких. Убедиться в том, что необходимость в этом есть, помогали в этот день активисты Красного Креста.